Всем привет, и это факты Гарри Поттер и проклятое дитя. Сегодня мы разберем парочку фактов о Гарри Поттере и проклятое дитя, а точнее я вам расскажу про них. И для начала я просто перечислю имена главных персонажей или их родственников, то есть, детей Гарри Поттера, Рона и Гермионы. У Гарри Поттера и Джинни три ребенка. Старший Джеймс Сириус Поттер, средний сын Альбус Северус Поттер и младший ребенок это дочка Лили Палумна Поттер. У Рона и Гермионы два ребенка. Роза Грейнджер Уизли и Хьюго Грейнджер Уизли. У Драко и Астории Малфоев сын Скорпиус Малфой. По именам прошлись, теперь начнем с фактов. Первый факт. Невилл стал профессором травологии в Хогвартсе. Профессор травологии, профессор Стебель, говорил, что у Невилла есть успехи в травологии, поэтому неудивительно, что, что он стал профессором травологии после того, как профессор Стебель ушла. Факт номер два. Альбус Поттер смог пробраться в Министерство магии и украсть маховик времени и путешествовать с ним. Тут я факт разберу в том, что он туда смог проникнуть под защиту. Вот мне интересно, как умная и вдумчивая Гермиона в моменте, когда он был Роном и пытался отвлечь Гермиону, чтобы та не вошла в свой кабинет. Мне интересно, как вдумчивая и умная Гермиона не заметила подмены. Когда Гарри с друзьями пробирались, они разговаривали, но не особо, и то они потом спалились. А вот здесь я немного не понимаю. Факт номер три. Турнир трех волшебников был отменен. В проклятом дитя Альбус Поттер и его друг Скорпиус Малфой пытались вернуть Седрика Диггори. Но они сами не слышали ничего и не участвовали и не видели турнир трех волшебников, так как он был отменен. Далее у нас факт, что у Волан-де-Морта есть дочь. Ее звали Дельфи. Ей рассказали то, что она дочка Волан-де-Морта. Ей рассказал Лестрейндж. Муж Беллатрисы Лестрейндж. Она, получается, дочка Волан-де-Морта и Беллатрисы. Следующий факт будет... Следующий факт...